пустых привокзальных касс, и где-то 7 часов до утра нам нужно что-то друг другу сказать. Но кажется, вам пора. Мафия пустил вдруг ночной перрон, толпы люди распрощались вдруг. Верно, нам стоит здесь разойтись, я буду скучать, мой друг. Ты будешь в других городах, и, может быть, даже не вспомнишь о том, как звали ту девушку, с кем ты вчера так счастливо вслух размышлял об этом. И пусть даже имя ее навсегда в своем добром сердце ты смог сохранить, но все это, кажется, было вчера, и вряд ли придется еще раз промыть. Представь, что я с тобой говорю, а ты мне не отвечай. Верю, что где-то в своем пути, когда заснешь ты под стук колес, тебе покажется это сном, и вряд ли вообще всерьез. Ведь завтра ты будешь в других городах, и жизнь понесется своим чередом. Зачем помнить девушку ту, с кем вчера? Возможно, навек умолчала об этом. Так пусть позабудется имя ее. Зачем это прошлое надо хранить? Все это осталось в далеком вчера. Давай же смелей разобраться.